Район – традиционный лидер в Сочи по активности избирателей. Каждый третий, четвертый избиратель района в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках Дня молодого избирателя лазаревцы приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к этой дате. Олимпиаде по избирательному праву, интернет-викторине, конкурсах знатоков избирательного права, экскурсиях в территориальную комиссию. Городское собрание Сочи совместно с администрацией Лазаревского района подготовило наказы молодым избирателям. Председатель собрания Виктор Филонов вручил их представителям учебных заведений. Символические паспорта молодого избирателя и подарки были вручены студентам.